Добрый день, дорогие гости и подписчики канала «Обо всёмыч». Сегодня я хочу поделиться с вами эффективным природным средством для снижения сахара. У моей мамы сахарный диабет второго типа уже 10 лет, не инсулинозависимый. Вернее, врачи с удовольствием посадили бы на инсулин уже давно, но мама соблюдает диету, следит за питанием. Каждый день совершает пешие прогулки. Но главным помощником в нормализации сахара в крови для моей мамы является травяной сбор арфазитин, в составе которого черника обыкновенная, фасоль обыкновенная, створки плодов, элеутерокок колючий, корневища и корни, плоды шиповника, хвощ полевой, трава зверобоя и цветки ромашки. Приобрести его можно в аптеке. Этот препарат недорогой, но эффективный. Мама настаивает 3 пакетика, заливая их кипятком на 15 минут. Вы можете попробовать начать с 2 пакетиков. Принимайте 2-3 раза в день за полчаса до еды в теплом виде. Удачи вам и будьте здоровы!